Здравствуйте, меня зовут Йовлев Александр Сергеевич. Я работаю по должности мастер линейной службы и автоматики центральных электрических сетей акционерной компании «Якосэнерго». Релейную службу говорят «белая кость энергетики», да. А все энергообъекты должны быть обеспечены релейной защитой. Это обязательное условие. Вот, и я думаю, что очень важная наша роль в энергетике. Без нас никак. Мне очень нравится моя профессия. Понедельник – день тяжелый. Нет такого понятия. С радостью иду. Интересная очень работа. Особенно нравится модернизировать свои объекты. В каждом поселке есть по станции. Вот. И наша компания нерентабельна, чтобы на каждой подстанции целые сутки сидел электромонтер и контролировал процесс. Да? И если на этих подстанциях возникнет авария, да, то есть один провод упал на землю, вот, в этом случае этот провод будет под напряжением лежать на землю. Да? И пока не приедет обслуживающий персонал с базы или с другого поселка, вот этот провод будет лежать на земле под напряжением. И за это время у нас происходит гибель КРС, опасность возникновения лесных пожаров и опасность попадания человека под напряжением. Да. И вот мой проект – это обеспечить функции дежурного персонала по ликвидации этой, по автоматическому отключению аварии. Создал не сразу. Наша идея давно была. Пытался на старых механических реле создать вот эту защиту, и не получалось. А потом случайно по интернету узнал, что есть, оказывается, современное программируемое реле. Я ввел в это реле такую логику, которая будет выполнять функции дежурного персонала. То есть отключать, включать линию. Очень рад, что оказывается полезно. Ведется статистика гибели КРС. Пока на этих подстанциях не было случая гибели КРС. Вот. Рад, горд за мой проект. Предложили мне участвовать в этом дальневосточном конкурсе «Я инженер». И я подал там заявку. Выбрали 20 проектов, ну, более-менее этих, социально важных. И вот я попал в их число. Недавно, в ноябре месяце, финал был конкурса. И из 7 человек вот занял первое место в конкурсе «Я инженер». Еще вот мой проект признали полезным и отметили в 5-м Московском международном инженерном форуме. 2 года назад вообще в уме не было, что такого успеха добьюсь. Вот. Не знаю, вот некоторые карьерный рост говорят, там дальше надо идти. Но в одном месте не надо сидеть. А не знаю, вот как 19 лет я поступил в свою службу вторым разрядом электромонтера. И сейчас вот работаю мастером. Сколько? 10 лет. 10 лет работаю, и нет желания в другую службу или в другую должность подняться. Мне нравится мое рабочее место. Я люблю свою службу.